Они учатся укрощать строптивый металл. На протяжении 2 дней студенты из Новосибирска, Оренбурга, Саратова, Нижнего Новгорода, Волгограда, Тулы, Перми, Курска состязались в заключительном этапе Всероссийской олимпиады профмастерства среди будущих металлургов, которая прошла в Железногорске. Участникам предстояли сложные испытания. Здесь выпускают окатыши и концентрат для производства металла. Перед тем, как приступить к проверке знаний, студенты побывали на одном из крупнейших предприятий России – Михайловском ГОКе. Затем на базе Железногорского горно-металлургического колледжа открылась олимпиада. В состязании приняли участие 20 ребят. Они ответили на теоретические вопросы и проверили свои силы на практике. Справилась хорошо, потому что я готовилась. Задания мне показались не слишком сложные. Но больше всего мне понравилось в этой олимпиаде то, что я подружилась с многими участниками. Очень интересный город, увлекательная олимпиада, много хороших заданий, увлекательных. Что-то необычное присутствует. Уровень профессиональной подготовки будущих металлургов оценила компетентное жюри. Первое место досталось Егору Матюшину из Свердловской области.